Каждый пятый таможенник республики, возможно, останется без работы. В конце года ожидается очередное сокращение госслужащих. Об этом шла речь сегодня утром в прямом эфире радио ГТРК «Татарстан». На вопрос слушателей отвечал заместитель татарстанской таможенной службы Максим Чмора. Работы у тех, кто останется, прибавится. Только накануне было уничтожено 10 миллионов контрафактных товаров, конфискованных на границе. Особое внимание к пассажирам из Таджикистана и Узбекистана. Именно из этих стран возятся большие партии жевательного табака с наркотическим действием. В этом году всего возбуждено 1200 дел. Самое крупное преступление года – вывоз за границу более 8,5 миллиардов рублей. Таможенники обещают, на качестве работы сокращения отразиться не должны. Сокращению подлежат татарстанской таможне 88 должностных лиц. Преимущественно это административный аппарат таможенных постов, которые непосредственно работают с участниками внешнеэкономической деятельности. Это коснется меньшей степени. Но, тем не менее, для качественного выполнения администрирования тех функций, которые выполняет татарстанская таможня, нам необходимо будет мобилизоваться, еще раз посмотреть внутрь наших процессов, чтобы оптимизировать их, чтобы это ни в коей мере не отразилось на скорость совершения таможенных операций.